Приветствую вас, Алиса. Я думаю, что вот ключевой момент, на который можно обратить внимание с точки зрения психотерапии, да, это на то, что вы колеблетесь. Вы колеблетесь, вы не уверены до конца в том, нужны ли вам такие отношения или нет. Это ключевой момент, на который вам нужно обратить внимание. Я бы рекомендовал в первую очередь взвесить все за и против, не с целью решить, будете ли вы своим мужем или нет, не с этой целью. Вот с этой целью делать не нужно. Это вопрос целью того, чтобы лучше себя понять. Вообще понять чувства к вашему мужу. Потому что у меня по ощущениям моим вот такое впечатление, знаете, вот складывается, что вы мне очень дорожите. Мужу, что для вас вот как-то вот, ну, для вас как-то главное это вот дети, да, и все. А муж это, ну, муж и муж, то есть он как бы, все терпит и так далее. Вот. То есть я хочу понять, у вас чувства так к мужу какие были? Понимаете? Были, есть. Какие чувства у вас именно к мужу? Вот. Потому что момент-то важный. Если вы своих чувств к мужу не определите, то следующие отношения, ну, вам следующие отношения вполне, может быть, сложнее будет выстраивать, ну, потому что вы себя не ощущаете, как бы, ну, вы себя не чувствуете здесь. Вот. Мне кажется, это очень такой тревожный звоночек. Вот. Как мне кажется, конечно, как мне кажется. Вот. Это первое. Второе. Значит, то, что вы спрашиваете относительно того, могло ли быть из-за этого, ну вот из-за всего того, что вы описали. Да, могло быть, конечно. Могло бы. Безусловно. Но опять же. Здесь, как мне кажется, не столь это важно, понимаете? Мне кажется, что важнее, именно важнее, определить для себя вот то, что вы говорите, что я не готова там на такие отношения, да, вот, такие отношения мне не нужны, вы говорите. И это вот как раз очень здорово, то, что вы так говорите. Потому что это ваша позиция уже, вот. Как мне видится, по крайней мере. Вот. Ну, вы можете уже дальше, вы можете
способ там смотреть и решать, куда вам двигаться дальше. Вот. Понимаете? Но я думаю, что вот определить вот этот момент, это, ну, было бы очень здорово. Вот, где вы-то в этой ситуации? Чего вам-то в этой ситуации хочется? Вот. Дальше. Любая измена есть травма, и, соответственно, наша задача помочь вам эту травму, как мне кажется, прожить. Вот, помочь вам ее прожить, чтобы она вас не тревожила, не беспокоила, чтобы она могла зарубцеваться, вот, чтобы она не мучила вас. А сейчас, мне кажется, она может вас мучить. Вот это там. Вот. Ну и у меня есть вот такое ощущение, да, что вы не очень здорово относитесь к своему выбору. С одной стороны мужчины, с другой стороны не очень хорошо как бы отдаете себе отчет в том, что вам нужно, да, то есть мне кажется, что, ну, у вас мужчина немножко не такой, какой вам нужен. Но если вы не считаете, что вам нужно меняться, если вы не считаете, что вы должны меняться, если вы не считаете, что, ну, что есть ваша там доля ответственности в том, что произошло, к примеру. Вот, это вот такой важный, как мне кажется, аспект вот эта ситуация. Вот. Понимаете? Значит, что я имею в виду здесь? Дальше. Значит, вы пишете, что жалко детей, ну, так он же приходит детям. Вот. Чего вы жалеете, если он детям приходит? Мне кажется, что, может быть, вы здесь, про что, ну, может быть, вы здесь о чем-то другом говорите. Ну, может быть, вы что-то другое здесь, ну, вот, подразумевает. Но чего детей тяжелеет? Вот. Детям, я бы сказал, только лучше будет, если их родители, там, ну, грубо говоря, ссориться не будут. Вот, детям лучше так быть, на самом деле. Вот. Такие дела. Поэтому я тут не знаю, конечно, вот, но мне кажется, мне кажется, такой момент, таким моментом, мне кажется. Вот, значит, с другой стороны, ваша
тревога, она понятна, вот, потому что вы что-то потеряли. И мне кажется, что нужно смотреть на то, что вы потеряли, и как бы, ну, двигаться в сторону сознавания этого, того, что вы потеряли, для того, чтобы успешно себе это стараться давать. Вот. И отношения невозможно, как мне кажется, без какой-то заботы. Мне кажется, отношения невозможны без тепла между людьми, а мне вот почему-то показалось, что между вами и вашим мужем не было этого тепла, вот, заботы. Я могу быть неправ, вот, я не знаю, мне так показалось. Поэтому ваш вопрос, да, вот, что, ну, функционально, да, функционально, но фактически проблематика кроется несколько глубже, конечно. Вот, она не связана с конкретными вашими действиями, именно с конкретными действиями не связана, а связана с такой, ну, общая эта история больше. Понимаете? Это общая такая, ну, общий момент, на мой взгляд. Вот. То есть это общий характер ваших, ну, ваших вот взаимодействий, на мой взгляд. И как бы, то есть в целом, понимаете? Вот, поэтому тут нужно смотреть более подробно, нужно смотреть более, ну, превентивно, так скажем, на то, как ваши отношения развивались, за что они в целом из себя, ну, представляли, да, вот, там уже где-то будет ответ на ваш вопрос, который вы задаете, вот. Мне кажется, примерно такой ответ я мог бы вам дать. Ну вот, хочу, чтобы вы, конечно, для себя постарались понять, что любой человек, в принципе, он нуждается в любви, и мне думается, что именно вот тот факт, что вы злитесь, да, вот, именно вот то, что вы злились, точнее, на мужа, там, допустим, и так далее, мне кажется, это связано в какой-то степени с тем, что, ну, вы не очень хорошо себя знаете, не очень хорошо знаете
То, что испытываете, то, что переживаете, вот, то, что вам хочется и так далее, и так далее. Вот. Мне думается так. Я не думаю, что это однозначно плохая история, не думаю, что это однозначно плохо, но я думаю, что если это не скорректировать, то в будущем могут быть серьезные трудности из-за этого. Вот то, что хочу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог. Лиза, желаю вам всего самого доброго и удачи.